Всем привет! Hello! 21 декабря. Горы в снегу. Холодно. Сегодня где-то в районе 11:00 произошло не очень приятное событие. Я попал в аварию. Результат вот такой. Бампер, крыло. Туманка уже была разбита. Вот. Зеркало загнуло, там дальше фотку наложу. Ладно, хоть загнуло, хоть не оторвало. Обратно поставил. Столкнулся я с автобусом. Такое ощущение, что-то специально палки в колеса вставляет, чтобы у меня что-то не получилось. Но оно стопудово получится. Вообще, это даже не вопрос. Да, тяжело, да, один. Но, будет, все равно будет. По-другому никак. Эх. Ладно, хоть с колесом порядок. А не увидел я. Повернул направо, а там автобус по выделенке меня обогнал. Мы с ним шоркнулись. Получилась мертвая зона. Он наполовину моей машины меня обогнал. Грубо говоря, так. Догнал. А мне в зеркало не было видно. Ах. Самое, что интересное, пассажир сидел. Это был мой сегодня второй заказ. Всего сегодня 150 рублей. Пассажир сидел рядом со мной справа. И шоркали почти по нему. Наверное, он испугался. Вроде мужчина. Я так немножко в стрессе пока. На сегодня наработался. Надо немножко передохнуть. Всем пока-пока.